إذن يا أخواننا لابد أن نجعل البيوت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. Поэтому говорит наши дома быть должны быть такими, какими они были во времена Пророка صلى الله عليه وسلم. قلنا إن كان هذا في المساجد فما بالنا بالبيوت الآن. То есть мы привели пример с мечетями, говорит, тогда что говорить о наших домах? تساهل أيضا في الحجاب. Точно так же у нас мы видим большое, то есть попустительство в вопросе хиджаба, покрывала женщину. تساهل في ستر العورة. Также закрывание срамных мест. من الرجال ومن النساء. То есть в этом упущении как мужчины, так и женщины. الأصل قلنا أن الرجال يبتعدوا عن النساء. Мы как уже говорили о том, основа, что мужчина должен удаляться от женщины. حفاظ على العورات لا نكشف عورات لا الرجال على النساء ولا النساء على الرجال. То есть должны скрывать свой аурат, то есть как, то есть мужчина должен скрывать свой аурат, и также женщина должна свой скрывать аурат. نعم. نجعل أماكن خاصة بالنساء أماكن خاصة بالرجال لا ندخل عليهم. То есть должно быть отдельное место для женщин, отдельное место для мужчин, то есть не должны одних заходить другим. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير. И поэтому Пророк صلى الله عليه وسلم сказал, говорит, скромность не бывает кроме как во благе. وقال عليه الصلاة والسلام أن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. И поэтому, как сказал пророк, то, что, говорит, дошло до нас с времен первого пророчества, если ты, говорит, не стесняешься, то делай, что пожелаешь. То есть некоторые люди, говорит, не стесняются того, чтобы разговаривать с женщинами, смотреть на них, оставаться с ними наедине, говорит, и тому подобное. نجعل باب خاص بالنساء نحذر النساء من لين الكلام نقول هذا لا يجوز نعم. То есть мы должны сделать отдельно как-то повесить преграду, да, чтобы была между мужчиной и женщиной. Не должны допускать, чтобы чужие мужчины заходили к женщинам, да, то есть объяснять, что это недопустимые вещи. لابد أن نرجع إلى الحجاب الشرعي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. И мы должны вернуться к шариатскому покрывалу, да, шариатскому хиджабу для женщин, на котором был при которой было при пророке саллаллаху алейхи ва саллям. نعم, لأن هناك تهاون كبير نسأل الله السلام إلا من رحم الله. Потому что мы видим на сегодняшний день очень люди легкомысленно к этому относятся, кроме тех, над кем смеются. إذا مهم عندنا السلام. Поэтому мы говорили про распространение приветствия саляма. الاستئذان. Спрашивание разрешения перед тем, как войти. تحذير من الدخول على النساء. Также должны остерегаться того, чтобы заходить к чужим женщинам. خاصة الأقارب. Так, то есть тем более, что касается близких родственников, да, то есть чтобы близкий родственник из мужчин заходил к чужим женщинам, так к жене твоей. المحافظة على الحجاب الشرعي. То есть также должны сохранять шариатский хиджаб. الحياء. Стеснительность должна быть, скромность. نعم.